называются. Уже 20 раз умираю от них. Попасть по ним нереально. Как бы, ну, типа... Я не знаю. Они не умирают тупо. А меня убивают за две тыки. Вот. Он просто телепортировался. То есть он не умер, а телепортировался. Урон наносит просто огроменный, а убить их нельзя. Вот, вот что вот этот сука такое? Просто под жопу мне, блядь, бочку дал. С этим бороться. А них там тайник с гранатометом и артефакт. То есть что делать теперь, блядь? Хуйня ебаная. Смотрите, как она перемещается еще, кроме того, блядь. Давайте гранатами попробуем, хорошо. Попробуем гранатами их. Да, у меня выходит, блядь, хуйня. Ну, сам себя оглушил, классно. И мне прилетела бочка в ебаник. Ебаник. Охуя андрическую, блядь. Вот она, смотрите, блядь, бегает только у меня, блядь. Пиздец, блядь, я даже вот попадаю по ней или не попадаю, я не знаю. Мне просто в ебальник прилетает. В очередной раз. С каждым разом все, блядь. Ну, мнение об этой игре все хуже и хуже у меня, блядь. А, есть тут еще аномалии. Да, точно. А я и забыл, блядь. Есть еще аномалии. Круто, блядь, хуй. Спустился, называется. У меня еще, блядь, лагает все нахуй. Сниматься будем пытаться, хули. А где выход? Выхода нет, бля. Враг в очередной. Хорошо, давайте пушку поменяем. Ну я не знаю, блядь, на туре. Давай дробовик нахуй возьмем. На, сука, блядь, получи. Не помогло. Столько же, как... псевдогигант и мочил их как бы в Заве Припяти, но здесь они сука убиваемые. Что с ними делать? Вот просто что с этой хуйней делать, блядь? Пиздец, нахуй. Уворачиваться, конечно. Вернулся. Просто бочкой и фуха помесь нас. Нормально? В этом говне еще и 20 патронов. Давайте я выброшу это говно просто гром, блядь. Выбросить нахуй, хуйня ебаная, блядь. Пидорская, блядь, пушка. Блядь, смотри, они еще, блядь. Они еще и убегают. Давай поднимемся на лестницу. Не, нельзя подняться, хуй. Не могу по них попасть. То есть рядом с ними дробь, блядь, пролетает, но не попадает, типа. Вы видите, да? Пиздец, нахуй. Тупо два полтергейста, блядь, там. Два, блядь. Один, два. Что за хуйня, блядь, на ты? Как тут хуйня? Давай с ножа, нахуй. Иди сюда, хуйня. А чем он... Охуенно. Все, исчез, телепортировался. Проверяйте, блядь. Там тупик. Тут, так понимаю, тоже тупик, да? А я еще нихуя не вижу. Ну, круто, вы придумали. То есть у меня, кроме того, тут, блядь, еще зрительный, блядь, этой. Эффект, блядь, затмения. Затмение. Я не знаю, блядь, от аномалии. Как мне, сука, выбраться? Я не хочу с ними драться. Как мне из этой хуйни выбраться? Тупо мне скажите, пожалуйста. Спасибо. Сказали. Короче, буду, блядь, этот момент проходить. А то и больше. Ага, оружие заклинило. Вон оно что, смотрите-ка. Смотрите, они дразнят, типа, меня. Летают около меня. Да не-не, все. У меня еще и звук пропал, блядь. Охуенно. Да, звука нет. Ай, блядь. Вот, дайте мне, пожалуйста, этого разработчика, нахуй, я ему ебальник набью. Кто тут вот ебалу, блядь, придумал.
Блять. Да, ну это грустно в натуре. Вот попадаю я по ним. Прилетает просто Б сносил бы, но она у меня просто с одного удара нет. Не, все. У меня реально уже терпения нет. Я не знаю, что делать тут. Хуйня, брат, летает, блядь. Может отсюда, вот сюда можно. Ведь они мне даже не дают, блядь, выйти. Покинуть просто это. Урон от них исходит. Типа я вообще даже недооценил их с самого начала. Типа думал, какая-то появить, блядь. Типа вы нахуй, вы мне ничего не сделаете. Ну, здесь просто аномалия. Вот что вот это, блядь, происходит такое, а? Вот что вот это такое летает, блядь, тут? Да. Дайте мне РПГ. Блядь, загрузиться, а? Я уже реально заебался начать. В натуре, блядь, ну чё это за хуйня? Ну, бля, ну я не понимаю разработчиков, нахуя такую такую хуйню, блядь, делать? Сука, ну допрыгни ты до этой хуйни, блядь. Ну попадаю вот ведь, да? Если так посмотреть. Сохранимся. Немного потрепал их. Буду, короче, сейвиться каждые несколько секунд. Все смертные, что ли, блядь? Конечно же, надо перезарядить хуй. Просто колоссальный дэмэдж. Сохраняемся сразу. Течку. Просто ебашит бочками меня, вы смотрите. Просто... Какая хуйня, блядь, а? Я ебал. Грязи, блядь, я вас сейчас нахуй обоих. Не, ну они не умирают, вы видите, блядь. Вроде дэмэдж наношу, если так посмотреть. Но ни один еще не сдох. Да, ну это жестко, бля. Все, я же армейские аптечки юзаю, это потому что у меня нет основных походов, да? Нет? А, ну я даже посмотреть не могу, блядь, уже убили. А, ну и снова звук пропал. Ясно. Почему именно в этот момент? Не надо, бля, иметь железный нервы просто. Не, ну вы ёбнулись в натуре, чё это за пиздец? Не выбраться, не убить их, как, блядь, вообще? Чё? Просто с одного удара бочка меня обычно уёбывает. Сейчас мне ещё повезло, типа я не умер. А вот сейчас я уже умер, блядь. Короче, идите нахуй. Сыновья шлюх ебаных придумали вот это вот говно ебаное, блядь. Пройду эту игру, удалю. Худшая, сука, игра. Худшая игра в серии, блядь. Худшая, сука. А, ну да, я и забыл.